Главное достижение, что комбинат вот уже 45 лет остается на плаву, говорит директор. Сейчас основное направление деятельности – хранение и перевалка зерновых. Запас комбината – 23 тонны зерна, плюс большое количество подсолнечника, ячменя – около 10 тысяч тонн кукурузы. Большой элеватор загружен на 40% из-за технических ограничений. Мощности малого элеватора задействованы полностью. Сейчас большой объем подсолнечной кукурузы поступает для наш партнер. Очень значимый для нас это биохимзавод. С биохимзаводом поддерживаем тесные такие партнерские отношения. И по существу предприятия сегодня с перевалкой кукурузы за него работает и для них тоже в том числе. Зерно – социально значимый товар. Бендерские производители утверждают, стратегический запас зерна, а значит и муки, вполне достаточный. Говорят, собственной крупой и мукой могут обеспечить все Приднестровье с избытком. На 70% предприятие ориентировано на внешний рынок. Мы сегодня вырабатываем муку трехсортного помола. Это возможности нашей мельницы односортного помола, обойной, сеянной муки, так называемой, овсяной муки, кукурузной муку. Крупы всех видов, кроме гречневой, и комбикорма, нескольких рецептов именно для крупного рогатого скота и для свиноткорма. Ну и отчасти и для птицы тоже. Мощности новой мельницы сегодня задействованы лишь на треть. Главная проблема – дефицит зернового сырья. Частично решить ее позволило объединение производителей и переработчиков. Почти 1250 гектаров пустующих земель хозяйства Агрогиска засеяли зерновыми и бобовыми. Урожай этого года уже поступил на переработку. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.